молодежи студенчества на встречу Олимпийским играм. Сочи 2014 начинает свою пробежку. Главной изюминкой праздника в этом году стало проведение студенческой эстафеты огня, посвященной 22-м Олимпийским играм в Сочи. Возможность пронести факел по улицам города получили лучшие студенты всех учебных заведений Раменского района. Пройдя заданный путь, факелоносцы прибыли к конечному пункту следования – к Площади Победы. Здесь и состоялось торжественное открытие праздника. Студенты, я вас приветствую, вы меня поприветствуйте громче! Сразу чувствуется сила Раменского студенчества. Я хотел бы пожелать вам в будущем успехов больших, чтобы вы состоялись уже во взрослой жизни. Всех с праздником! Наилучшие пожелания успехов, здоровья и счастья! Ура! Над площадью прозвучал гимн России, после чего представители студенчества в память о наших предках возложили цветы к вечному огню. Также была зажжена олимпийская чаша. Ну что, готовы? Как обычно, организацией проведения Дня российского студенчества занимается Комитет по делам молодежи Раменского района. Из года в год этот веселый праздник характеризуется новыми задумками и идеями. На этот раз организаторы порадовали собравшихся танцевальным флешмобом «Открой свою ладонь». Самое лучшее время для человека, потому что происходят самые лучшие запоминающие моменты. И в студенческие годы, мне кажется, образуется самая крепкая дружба. Какими качествами должен обладать студент 21 века? Студент должен быть первым делом спортивный, умный, должен знать свою профессию и хорошо учиться. В мероприятии приняли участие представители всех институтов и колледжей района. У каждого учреждения была своя палатка, где всех желающих угощали вкусной едой и горячими напитками. Студенты и студентки с большим желанием принимали участие в развлекательной программе, изобилующей веселыми играми и конкурсами. Мы всегда рады принимать участие в этих мероприятиях. Сегодня, конечно, это особенно, потому что мы в преддверии открытия 22-х Олимпийских игр в Сочи. Конечно, прибавило радости факельное шествие, в котором мы с удовольствием участвовали. Вы обратите внимание, сколько народу вокруг, и здесь не только студенты. И что очень приятно, здесь есть дети, есть молодые люди, которые еще учатся в школе, чтобы они могли видеть, что значит студенческое братство. Мы очень рады участвовать в данном мероприятии. Всегда участвовали в праздновании Дня студентов. Это праздник студенчества, праздник образования. И сегодня это еще и праздник спорта. Во многих учебных заведениях подошла к концу зимняя сессия. А это означает, что представители студенческого братства в настоящее время весело и с размахом проводят свои заслуженные каникулы. Евгений Мякишев, Александр Винченко, Андрей Минкин для программы «Городские вести».